Осенью прошлого года Молдову потрясла новость о заболевании директора театра с улицы Роз Юрия Хармелина. Рак в последней стадии шокировал абсолютно каждого знакомого либо с творчеством режиссера, либо с ним лично. Актеры театра с улицы Роз не могли остаться в стороне и предпринимают свои действия, дабы помочь Юрию Аркадьевичу. Мое обращение связано с резким ухудшением здоровья нашего бессменного руководителя Юрия Георгиевича Хармелина. Вот. И поэтому наш театр выступил с инициативой провести 2 благотворительных спектакля, которые будут проходить в здании Государственной филармонии 20-21 числа 18:30. Это будет рок-опера Рыбчинского «Белая ворона». Вот. С целью срочного сбора средств для экстренной операции. Поэтому мы с нетерпением ждем зрителя, мы с нетерпением ждем всех кишиневцев. Придя на наш спектакль, вы получите не только удовольствие, но и сделаете доброе дело. Интерес к загадочной личности Жанны д'Арк во все времена тревожил умы деятелей искусства со всего мира. Театр с улицы Роз предлагает собственную версию истории легендарной и святой Орлеанской девы. Ну, на мой взгляд, это очень современный спектакль, очень болезненный спектакль. Он не политический, у нас вообще в нашем театре политика отсутствует. Поэтому спектакль о жизни, о взаимоотношениях, о любви, о чести, вот, и о борьбе. Вам будет предложено пережить невероятную судьбу непокорной и гордой Жанны. Постановка отличается глубиной художественного изображения главной героини и психологической правды ее характера. Помимо новости о благотворительном спектакле, Василий Павленко поделился с нами и воспоминаниями о первой встрече с Юрием Аркадьевичем. Это 95-й год. Я был маленьким ребенком, пришел поступать в театральный лицей в 8-й класс. Вот, поступил совершенно случайно, меня взяли только за отличный табель, в котором были одни девятки и десятки, потому что на прослушивание меня даже никто не слушал, я там какую-то чушь нес, читал какие-то стихи, басню, что-то спел, вот. И там мой табель по рукам комиссии прошелся, Юрий Кач увидел оценки вместе с завучами Натальей Сергеевной Селецкой, еще посмотрел, сказал: «Юра, ну надо же кому-то учиться еще в этом лицее, ну, не всем же артистами быть». И вот так это все произошло. Потом я закончил институт и стал актером. На данный момент Юрий Хармелин проходит курс химиотерапии в Израиле. Благотворительный спектакль пройдет на сцене Национальной филармонии имени Сергея Лункевича 20 и 21 января в 18:30. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на лечение заслуженного деятеля искусств Республики Молдова Юрия Хармелина.